В ходе реализации оперативных материалов калужскими полицейскими совместно с представителями прокуратуры по Сухиническому району в одном из гаражных кооперативов районного центра изъята крупная партия крепкой алкогольной продукции. Некоторое время назад в отдел организации применения административного законодательства областного ОМВД поступило несколько обращений от жителей города Сухиничи о том, что на территории гаражного кооператива осуществляется торговля контрафактным алкоголем. Было принято решение организовать проверку указанных сообщений, в результате чего в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили гаражный бокс, а также лицо, которое его арендовало для осуществления продажи контрафактного алкоголя. Это был местный житель 1975 года рождения. В целях закрепления доказательной базы сотрудники полиции провели контрольную закупку в одном из гаражей и задокументировали факт реализации алкоголя без надлежащей лицензии. В дальнейшем из гаража, где хранился товар, было изъято более 2000 бутылок водки, 228 бутылок вина разных марок, 179 рома, а также более 400 бутылок виски и коньяка разного вида. Кроме того, сотрудниками полиции изъято несколько литров спирта неизвестного происхождения. Вся жидкость направлена на независимую экспертизу. По данному факту проводится проверка.